Сезон благоустройства завершается. В Междуреченске появилась первая площадка для выгула собак. Пока она единственная. Расположена в Западном районе. Выполнена в рамках проекта благоустройства набережной. Дамба, кстати, тоже почти готова. Почти 5 месяцев прошло с начала благоустройства дамбы Западного района. И уже в эту пятницу состоится торжественное открытие. Правда, большого праздника из этого не делают, ведь набережную люди уже успели облюбовать. Ну, по дамбе сделано уже, видели, наверное, все уже ходили, то есть освещение, асфальтовое покрытие, разметка, установлены скамейки малой формы, то есть количество 34 штук. Значит, сейчас монтируется детский городок, тренажеры, где внизу увидели, да, где будет это... Сделаны парковочные места для автомобилей, чтобы людям было удобнее подъехать, поставить машину и пойти подняться на дамбу, погулять. Также уже установили 2 смотровые площадки. Одну со стороны вокзала, а вторую со стороны улицы Гончаренко. Сейчас ремонтные работы все еще продолжаются в детском городке и спортивном комплексе. Почти закончились 4 спусками к реке, но тут сложность – обрыв. Только мне это одно не настораживает. Маленькие дети катаются на велосипедах. Вот там бывают места такие узкие. И вот обрывы крутые. Покатиться и туда, раз, под берег. Хотя бы просто отбойники бы сделать, хотя бы небольшие бы. Да, туда упадет и все. Маленький погибнет. Давно не был на дамбе, несколько дней назад пришел, удивился. Красиво. Сделали, в принципе, для людей. Ну, единственное, что по всей дамбе не увидел ни одной урны, что не совсем хорошо. Заезды маленько крутоват, но ничего, для меня нормально. Не для всех, правда. Ну, пойдет. А если бы еще сделали до моста, до того, вообще прекрасно было бы. А так хорошо, да, я вот второй раз здесь уже как бы. Свои пожелания по улучшению дамбы вы сможете направить в пресс-центр администрации или в УБТС. Екатерина Сильверстова, Сергей Еремин. Новости. Мой Междуреченск.